Меня зовут Канунников Павел Геннадьевич, это моя супруга Анастасия. Сегодня такой знаменательный день, получил диплом о дополнительном профессиональном образовании. Послезавтра мы улетаем во Владивосток на новое место службы, где буду проходить службу в должности помощника командира малого противолодочного корабля Тихоокеанского флота. Да, сегодня очень вдохновительный такой день, просто сегодня совместили выпуск и лейтенантов, ну, бывших курсантов, также выпускников классов, которые 2 года проходят обучение, и дополнительное вот профессиональное образование, вот дополнительное образование получил. Военно-морскую академию. Военно-морскую академию. Очень-очень, и погода не подвела, очень интересный день такой насыщенный, особенно вот атмосфера вот в храме, аж легче стало после службы. Торжественная церемония началась она в 9.30 началась и закончилась вот буквально 5 минут назад. Первая часть вот на улице проходила с вручением дипломов, погонов лейтенантам. Потом мы ушли, они перевели одежду в соответствие, по новой мы вышли, всех поздравили, торжественные слова сказал командующий флотом, родственники, замглавы Петербурга. Ну и после чего прошли торжественным маршем и вот зашли вот сюда на служение. Это очень важно. Я считаю, что это правильно. Армия и флот связаны с церковью, потому что в очень тяжелые времена это была единственная надежда и опора, которой можно было моральный дух поднять, почему Россия всегда никогда ни с кем не воевала, только оборонялась только. И поднимался народ, почему? Благодаря церкви. Вера всегда сплочала людей. Сплочает людей вместе. И помогает бороться со всем злом. Ну, кортик вообще является честью и доблестью военно-морского офицера. Ну, это особый ритуал. Сейчас же только кортики остались у военно-морских офицеров. Ну как? И русские никогда не сдавали оружие никому. Это является, вот, как я же говорил, честь и вера в самого себя, в отечество, защита близких.